Часть жителей села в приграничной Сюникской Зенгезурской области эвакуированы в связи с продвижением азербайджанской армии. Азербайджанские военнослужащие продвинулись на 1,5 километра в сторону села Хознавар, укрепленной общины Тех, и теперь находятся в 2 километрах от жилых домов, сообщил глава села Варо Григорян. По его словам, азербайджанские солдаты утверждают, что выполняют приказ, и это их земли. Григорян отметил, что из села, расположенного в ущелье, эвакуированы женщины и дети.